ирригатор модель WP450EUK. Стал быстро разряжаться аккумулятор. Хочу заменить на другие аккумуляторы. Четыре болта.
Добавим. Здесь минус, здесь плюс красным. Оказалось, сквозное отверстие. Проводок в этом месте, поэтому отпаял тут. Так, посмотрим здесь. Здесь не цельный провод, красный. Так. Заряжен. Тоже заряжен. В комплекте с этими аккумуляторами шла зарядка. Попробую еще пока зарядить. Чуть-чуть. Три ампера расход. Нам нужны вот эти части. Пластинки. Их просто вырву. Это у нас плюс. Это минус. Минус, плюс. Тысяча 1500 миллиампер на родных написано. Также снимаю, отрываю эту пластинку металлическую.
пару капель кислоты. Добавим еще кислоты. Не сцепляется. Не успела прогреться даже.
Здесь у нас минус, здесь у нас плюс. Пару капель кислоты.
Так, аккумулятор припаяли. Попробую проверить. Теперь нужно обратно все собрать. Сюда и один сюда. Еще раз проверяем. Четыре болта здесь. Не магнитятся болты.
на упаковке 1500 мА. Я купил набор с зарядником и 8 аккумуляторов, написано по 3000 мА. В районе 300-400 рублей. Зарядник так себе, простенький. Миллиамперы еще не замерял, сколько в реальности, но можно будет проверить с помощью этого. Один светодиод, на одну линию идет светодиод, диод, резистор и еще резистор. Очень сильно греется. Неэкономичная зарядка. Но работает.